Это химера геополитики. Арабская часть, русская часть, англосаксонская часть. Здесь они играют в бутылочку. Вот это нефтяная вышка. Это твин, эти самые два здания, в которые якобы врезался самолет. Картина написана в 2007 году. Вот они играют в бутылочку, то есть им первым целоваться будет. А это розовые сопли для тех, кто верит в социальную справедливость. И то, что существует справедливый социальный строй.